5 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в городе Гомеле. На торги выставлено 5 лотов. 2 участка предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Первый из них находится в районе индивидуальной жилой застройки «Красный маяк». Начальная стоимость – около 6,5 тысяч рублей. Сумма задатка – 200 рублей. Второй участок расположен на Луговом переулке. Его стартовая цена – чуть более 19 тысяч. Задаток составляет 400 рублей. Для размещения легкотипного торгового павильона предназначен участок, который находится в микрорайоне Энергетиков. Его стартовая стоимость – около 90 рублей. Задаток – 30 рублей. Для строительства и обслуживания автомойки предназначен участок, расположенный на улице Лепешинского. Его начальная цена – около 8 тысяч рублей. Сумма задатка – 500 рублей. Участок по улице Ильича предназначен для размещения легкотипного павильона. Его начальная стоимость – чуть более 1000 рублей. Сумма задатка – 500 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786.